Еще вчера они нервно кусали карандаш, сдавая ЕГЭ. А уже сегодня отрываются на лучших вечеринках страны. О том, как школьники за одну ночь резко повзрослели и как столица выстояла после бума выпускных, знает Настя Макоста. Самое важное на выпускном, чтобы тушь не потекла. А если потечет, благодаря журналу «Эль Гёл» мейкап поправим. Специально для выпускниц в парке Горького любимый глянец поставил целую бьюти-студию. Тут и накрасят по последним трендам, и волосы завьют, и ленты в косы, если захочется, вплетут. Мне очень безумно понравилось, потому что у меня макияж уже сошел с лица, и я его освежила. Так что спасибо большое организаторам, я очень счастлива. Да, мне очень тоже безумно понравилось. Нет, заботиться о том, что что-то потекло, всегда можно поправить. Мне сделали здесь макияж и прическу, и я очень рада, что я не превратилась в тыкву. Гости в бьюти-студии не только выпускницы. Тут затесались и популярные блогеры. Мало того, что они приходят сюда красивые, они еще уходят даже отсюда еще более красивые, потому что корнер будет работать, по-моему, до 3 часов ночи. И когда все пляски, все ноги, каблуки будут уже истоптаны, после 12 девушки не превратятся в таких обездоленных, просто не до принцесс. Они опять же выйдут отсюда победительницами. Рядом с бьюти-студией расположились ростовые куклы любимых звезд-читательниц. В этот важный вечер они тоже с ними. Также «Эль Гёл» проводит сказочный конкурс для всех выпускниц. Сегодня благодаря «Эль Гёл» можно стать королевой бала, сфотографировавшись на нашем стенде. Во вторник мы подведем итоги, выберем королеву бала, которая получит настоящую крутую фотосъемку в «Эль Гёл», то есть станет нашей моделью. Ну, не знаю, если бы мне предложили такое сделать, я бы незамедлительно. Ждем результатов конкурса. Настя Макоста, Григорий Мачульский, про новости.